Два авто, 5 пострадавших. 12 января на улице Марии Рябининой произошло ДТП с участием общественного транспорта. Как сообщают в госавтоинспекции, водитель микроавтобуса Ford Transit 31-го маршрута не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Toyota RAV4, который двигался в попутном направлении. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали 5 человек, среди них один ребенок. Обстоятельства происшествия уточняются. Водитель и пассажир автомобиля Toyota, а также несовершеннолетний пассажир автомобиля Toyota, мальчик 2015 года рождения, который на момент ДТП находился в детском удерживающем устройстве, автокресле, а также два пассажира автобуса.